Бюджет 2015 года принимает новые очертания. Депутаты окружного собрания по просьбе администрации внесли в документ несколько важных поправок. В понедельник, 15 декабря, бюджет планируют принять в третьем и окончательном чтении. Одним из важных дополнений стало финансирование надбавок классным руководителям. Теперь, в зависимости от наполняемости класса, учитель будет получать надбавку в размере 1500 рублей. На эти цели в бюджете заложили 30 миллионов, запланировали средства на капитальный ремонт дорог. И третье важное изменение – благоустройство в поселениях. Более 100 миллионов рублей предполагается распределить муниципалитетам в виде грантов. Их будет распределять недавно созданный Высший совет во главе с губернатором. Также в бюджете предусмотрены существенные средства, достаточные для выполнения всей программы образования, здравоохранения, обеспечения транспортной доступности, обеспечения школьного питания и, безусловно, выполнения всех социальных программ, предусмотренных действующим законодательством.